принципе, вторая победа, набирает команда очки. Какие стоят в целом задачи в первой лиге? В целом задача ставит, конечно, хорошо выступить, то есть показать каждую игру красочную, голевую, победную. Как у нас это получится, будем смотреть в будущем. Ну, желает ли Александр повыситься в классе все-таки? Конечно, любая команда хочет повыситься в классе, потому мы приняли решение в этом году выступать в первой лиге, попробовать свои силы и за счет этого увидеть, какой у нас потенциал, и потом уже решать, пойдем мы выше. Но костяк же у вас остался неизменный. Это та команда, которая способна дать бой любой команде выше лиги. Ну да, есть такое. Плюс сегодня еще не было ряд игроков, которые могли бы усилить сегодня игру из-за веских причин. Там, ну, понятно, жизнь такова, что это не профессиональный футбол, у каждого своя есть жизнь. Но если бы были бы еще сегодня эти ребята, я думаю, что нам бы еще было бы легче сегодня играть. Хотя сегодня ребята сыграли очень хорошо.